Мы понимаем, конечно, все сложности обсуждения, но мы очень признательны за то, что Международный олимпийский комитет все-таки, рассматривая между коллективной ответственностью и все-таки правами конкретных спортсменов, он все-таки остановился на том, что каждый спортсмен, имеющий сегодня безупречную репутацию, чистый от допинга, имеет право на выступление на Олимпийских играх. В этой связи вопрос, не возникли проблемы, в частности, у Юлии Ильиной. Что касается критериев, которые предъявлены национальной команде, сборной команде России накануне Олимпийских игр, они, конечно, очень жесткие, но это определенный вызов для нашей команды. Но могу вам сказать, что уверен абсолютно, большинство сборной команды России подтвердят эти критерии. Юрий,